Хе-хей! Приветствую вас, дорогие друзья! Впервые за долгое время мы собрались сегодня. Не Я впервые, блядь, и не наш впервые. великий соблазнитель Энколай. На самом деле он сам не хочет проходить вам, блядь, ленивая кака, и попросил меня. Ну я без полного погружения, так как я не слышу мадемуазелей. Вот. Ну потому что... Ну да, и давай, Discord. Блин, давай, добрый вечер. Так сказать, я диспетчер, блин, я вам не помешаю, давай. Привет. Здорово. Так, дальше имена пойдут, да, вход? Подожди, блядь. Ну, не, ну и как нас таких красивых зовут, давай. А, вот оно. Мог бы спросить и повежливее. Мог бы спросить и повежливее, гандон. Да? Да. Ухуя себе. Блядь, некрасивенький. Давай, давай первое ебани, да и все, и начнем по новой. Я откровенно, что ведь у вас голенький. Ну вот, вечер испорчен. Вечер испорчен, говорит. И не... Опа. Даже вот ты уходишь, да? С такими-то вот. Да, она такая же, ну блядь, еще увидимся. 0% успех, ну ладно. Сука, стартанули неуспешно, идем идем по Некселю. Да, можешь нажимать один, блядь, и да не, продолжай, слишком красиво начали. Тут странно, да. Окей, хорошо. Это, так сказать, ну, раскликочная была. Да, раскликабельная. Так. Давай, давай это. Блядь, ты чё нажал, нахуй? Добрый вечер, я вам не помешаю. Нахуй ты жмёшь, блядь, играю я, блядь. Я говорю, что нажимаю. Понятно, сейчас давай. Сейчас дам пизды. Ты клитером командуешь, всё. Сразу, давай, сразу блядь. Тремя. Ну давай, блядь, последняя, Сашенька. Вы желаете знать ваши имена? Не, покажите сегодня... Ой, а вот это знаешь, что же такое попустительское? Аня? Ну как вы зовут? Они ответили? Да, ответили. Ебальник, держи свой за замком. Блять, ну я все так же ответственный, блядь. Нет, я гвоздь программы, блядь. Гвоздь программы? Нет, блядь. Приятно познакомиться. Она говорит, ну нормально ты загнул, конечно, пластиночку. Ну, блядь, Аня студентка. Давай, блядь, Аня, блядь, студентка. А что? У меня такой голодный вид. Шучу. Ну, ебально. Угадал, я будущая учительница. Она с тобой кокетничает. Она говорит, что она будущая учительница, между прочим, а не какая-нибудь шалава. Ну, Наташа железная охватка. А Оксана по боку будет. Это точно. Будь осторожен. Они тебя предостерегают. Да нет же, я слабая беззащитная девчонка. Заигрывают со мной, сучки. Да, 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 да. Такие. Сучки. Они такие. Тупо шабой, в смысле. Давай на Аню, снова прыгай, блядь, на Аню. Наташа, блядь, разратница, ну ее нахуй. Наверное, он видел тебя значит во сне. Оксана сегодня идет домой, блядь, одна. Скорее, кошмарно. Она слишком выделила в своем синем платье и уебывает. Да. Аня что-то... Ну, хуй с ним, давай говори про 90-60-90, блядь. Все, да. Нет, ее ведет моя бабушка. Она сказала, что ее ведет ее бабушка. Короче, это в никуда. Сука. На месте вопрос. Ну давай, блядь, представляете, блядь, вот это ебани, блядь, члены, тренер, чемпионатор, неплохое трио. А кем тогда будешь ты? А он, наверное, хочет быть судьей. Да домой, блядь. Нет, не спросили, а кем хочешь быть ты? Оксана предположила, что ты хочешь судить. Блядь, Оксана, нахуй ты влезла, блядь, сюда. Сука. Но она просто еще не свалила, поэтому и влезла. Бля. Давай, блядь, про подвижную. Ебани там, блядь, как сливать ее будем, блядь, на сливать. На дискотеке? Нахуй. Я. На дискотеке? О. Она.
Давай про гимнастику ебашь. Я больше люблю плавание. Она больше любит плавание. Боже, блядь, ну и тварь. Согласен, не то, что ты. Так, блядь. Давай про побегаем вместе в парке, блядь. Парки. Надеюсь, сегодня вечером мы не будем ставить рекорды. Ей все рекорды никакие не нравятся. Да, ёбаный твой. Там что не ответишь, что в лоб, что по лбу, блядь. Вот. Давай, блядь, про свободное время узнай, блядь, у неё. Давай. Так много хочется узнать. Блядь, там вообще-то про последнее или предпоследнее. Наверное, да. На это уходит свободное время. Она хочет очень много узнать и попробовать. Давай, блядь, про крепкие напитки споим девушку, блядь, хули. Это зависит от ситуации и настроения. Сравнение с иглофилин. Ну, это зависит от ситуации и ее настроения. Ой, блядь. Кстати, вот можем Оксану сказать. Вот, давай, да, я тоже думаю. Я, например, собираюсь уходить. Я попездила, ну давай, дружище. Да, дружище. Да, нет, давай, спасибо. Спасибо. Тогда пока. Желаю приятно провести время. Ну, нет, так нет. На нет и сюда нет. Пока. Опа. Так. Осталось. Давай, предлагай игру. Давай мы игру, блядь, предложим. Предлагай игру, пусть каждый делает откровенную. Хорошо. Я, например, люблю путешествия. Блядь, ничего не слышу, но очень интересно. А я люблю секс. Ну, Наташа любит секс, а Аня любит путешествовать. Откровенность зашла, так сказать, за все. Давай, мне нравится ваша откровенность, ебашим, блядь. Вот она, да. Люблю, Вот она, где-то там, намотана. Аня это знает. Да. Опа. В общем, Наташа говорит, что она любит, как говорится, тройничок. Намекнула, точнее, не прям сказала, но намекнула. Так, блядь, тут, походу, блядь... Давай, блядь, скажи, что я и сам мечтаю, блядь, оказаться на твоем месте. Давай первый, Сашенька, блядь. Там ищешь, блядь. Будь осторожен. Можешь потерять голову и сердце из-за Наташи. Ну, она тебя предостерегает, что Наташа, мол, она как бы твои яйца как кобра опутает и... Никуда не дернешься потом. Давай ласкайте, блядь. Оно крутится, блядь. Ласкайте друг друга, блядь. Оно так крутится, блядь. Уверен? Ты уверен, да? Да я хуй, я не уверен, блядь. Это же говно, блядь. Это было или нет? Ты имеешь в виду, когда я затащила тебя в комнату отдыха? Да. Гамню. Не знаю. Ну, сейчас я хочу, чтобы это случилось. Долго общаются, пиздец. Я хуею, боже, сейчас будет... Страшилки, блядь. Ну, в общем, Наташа не против. Скажем так. Вдвоем. И чтоб ты тоже. Втроем, блядь. Ну да, чтоб ты там 2,5 не знал. Блядь. Их, по-моему, здесь, да, можно прям разбайтить. Ну да. Ну, давай про здесь, нахули мы, блядь. Прямо здесь, нахуй, прямо сейчас, блядь, раз не против. Давай, Саша, блядь, предпоследняя, Сань, блядь, нищий, нахуй. Могу бы заняться любовью прямо здесь. Я вряд ли, а вот Наташа наверняка. Впрочем, вы можете обсудить это наедине. Упиздила домой. Да, так что нам осталось только... Я вижу, что ты хочешь меня. А, это Наташа может я раздеться где и когда, блядь, точно, блядь. Но ты же знаешь, что не все сразу. Нет, значит, там, блядь, историю какую-то больше. Затирает, ебать, ты долго. Ты же будешь послушным мальчиком. Она, в общем, говорит, что ты... Ну, надеется, что ты будешь послушным котиком, и вы познакомитесь поближе. Помурлыкаешь для нее?
Блядь. Тупичок, блядь. Все. Давай последнее жми, блядь. Может, поиграем в другую игру? Да. Рискач. Это тоже здорово, но не сегодня. Нет, она не сильно хочет играть в другую игру. Ей нравится именно эта игра. Ну давай жми последнее опять. С тобой невозможно быть неискренним. Я так и знала. Скажи. Он как говорит, бля, ля пиздобол, блядь. Что она спросила-то, блядь? Какие тебе женщины нравятся? Карамбулька. Блядь. Ой, блядь. Ну, первое, это по-любому слив. Сильно уверенные в себе женщины. Да ебани ты последняя, да и все на. Ну и да, всё, это блядь. Про нее. Приятно. Это жена Наташа, она же там, блядь, самого со старта орёт. Секс! Писька! А какая женщина, по-твоему, сексуальная? Опа. Спрашивает, какая, по-твоему, женщина сексуальная женщина? Давай вот, наверное, третья. Третья? Наверное, та, которая не боится делать то, что ей хочется, то, что ей нравится. Come on. А чего хочется сейчас тебе? Ножки раздвигаются. Это вот это прохождение. И тоже это всякая хуйня. Видишь, идет продвижение. Сука. Ножки раздвигаются. Какой, конечно, это. Давай третье, блядь. Так, хочу знать, как тебе удается так заводить? Все очень просто. Немного опыта, немного таланта, опа, а главное желание. Понятно, у нее есть и опыт, и талант, и желание, и вообще все у нее есть. Ой, блядь, какие-то опять вот тут ответы, блядь, говна, блядь. Ну, блядь, давай последняя хуйся. Мне кажется, ты просто сексуальная девочка. Спасибо. Хотя я точно не знаю, обратно что обратно на хуёво ответили. И ножички-то сомкнулись, блядь. Да, она сказала спасибо, но она не знает, что такое быть сексуальной женщиной. Хотя там была девочка написана. Блядь, первое пиздание. Не, второе. Блять, тварь. По-моему, это называется сексапильное. Сейчас домой идет, блядь, Наташа, нахуй. Нет, скорее всего, топтание на месте. Ну давай, блядь. Такая, как ты, пизданье. Такая, как ты, блядь. Приятно слышать. А с такой мужчиной. Ухо отдаляется, все отдаляется. Фантазии. Да что она говорит, что она не очень, блядь? Не, она говорит, что. А можно с такой делиться самыми откровенными фантазиями? Так, фантазер? А, это мы откатились на самое первое, когда уходит. А что, если еще раз то же самое сказать, уже не сработает, получается? Почему сработает? Ну попробуй, с тобой, блядь, не искренним там было вот это вот, не искренним. Я так и знала. Скажи. Разве, блядь, два раза можно отвечать? Тебе нравится? Ну так, просто мы переходим на ту же последовательность, что и была. Блядь, сексуальный там, да, был? Давай. Приятно. Значит, такие, как я. А какая женщина, по-твоему, сексуальная? Ну да, нога пошла, блядь, в ход, ебать. Калиточка открывается. Калиточка, да. Главное зайти успеть, чтобы не закрылось. Да, вот тут мы объебались. Да? Давай та, которая считает, да, вот эту вот, нижнюю. Ниже. Та, кто считает, что мужчина — это самое интересное в ее жизни. Смелое заявление. А ты думаешь, что в жизни женщины нет других интересов? Сюда. О, это что-то другое.
Так, ну тут, я думаю, можно объебаться спокойно. Другие. Блять, давай, это для меня самое, блять, сырое. Вот это первое? Да нет, третье давай, ебаню. Просто для меня самое интересное, это женщины, блин, ну конечно. Мы будем, блять, мы будем... Я не, просто не понимаешь, фишка в том, что я нихуя не слышу, что они говорят, блять, вот и все, блять. Ну так что, третье? Ебашь третье, блять, вот если бы я слышал. Интересно, какие? Да ёб твою откат. Мать, давай, сексуальные, блядь. Приятно. Значит, такие, как я. Мать... А какая женщина, по-твоему, сексуальная? Да, да, какая женщина, по-твоему, сексуальная? Да ебало заниматься зарядкой, блядь. Которая не занимается зарядкой, я понял. Давай последнее, хули мы нажимали. Смелое заявление. Смелое заявление. А ты думаешь, что в жизни женщины нет других интересов? Я хуею. А ты думаешь, что в жизни женщины нет других интересов, кроме мужиков? Блять, а что, у женщин бывает других интересов? Блять, ну это пиздец. Ебани. 100% где? Что, я претендую на 100% женского внимания? Серьезно? Блять, ну тогда последние ебани, бля. Я, блядь, дурачок, не знаю, блядь. Да, по-моему, это два. Давай, давай, она, блядь, сейчас обкатится, манда, блядь. Она сказала, что было бы неплохо. Блять, давай, секс, телевизор, там вот где это было, блядь, карьера, вот туда. В ту калитку, нахуй. Давай. Ты в ее калитку, блядь. И я надеюсь, сегодня тебе хочется быть именно этим мужчиной. Блядь, долго пиздит. Откат. Ну, в общем, ты при этом она сказала, что ты прав. И думает, она надеется, что ты будешь именно этим мужчиной сегодня. Блядь. Давай про откровенные вопросы, блядь. Я и не собиралась останавливаться. В общем, она не против, задавай. Ну давай, интересное умение, блядь. Соблазнять — это врожденное или приобретенное? Все очень просто. Немного опыта, немного таланта, это, а главное — желание. В общем, главное желание, чтобы было, Коля, у тебя. Так, вот тут мы обосрались в самый первый раз. Почему сразу мы? Потому что мы. Левое и правое полушарие мозга, блядь. Оба не работают, да? Давай, блядь, первое. Таким набором любой мужчина сделает все, что ты захочешь. А ты что хочешь? Опа. Твою мать. Да. А ты что хочешь? Давай, хочу, чтобы ты соблазнял меня там туда-сюда, блядь. Заебем, блядь. Долго сидим, блядь. Не, это топтание на месте. Блядь, сука. Че мы там отвечаем? Вот это вот отвечание. Ну давай. Все очень просто. Немного опыта. Заебалась, диван же весь промяла, нахуй. Главное желание. Главное, чтобы не промяло. Ой, бля. Давай красиво раздеваться, блядь, это тоже талант. Ебанем, да и все. Я думаю, да. Все, понял. А впрочем, лучше я покажу. Сам оцени. Да, картиночка пошла. Все интересное, друзья, вы сможете увидеть в телеграм-канале Коли. Нихуя, блядь, свой создавай. Ну ладно, я не хотел пропиариться. Ладно, придется создавать свой.
своем меня пропиаришь. Окей. Допустим. Так ей это можно было сразу сказать, она бы танцевать начала. Да, шоу, да, да. Ну видишь, создаст эту фразу. Ясно, она с животиком, с пивным, блядь. Таким, блядь. Он врет, друзья, все не нормально. Да не-не-не, она, блядь, с животом, блядь. С пивным. С таким, блядь, дрожжи начинает бить на твой живот, так сказать. Когда сидела, мне было видно, танцевать начала, конечно, да. Сашин вариант, блядь, пивница, сука. Нихуя, нихуя, пивница, блядь, сука. За одну золотую оставляешь, блядь, она качается, ебать. А, это что, не все? Не все, конечно. А, нет, это все. Мы добили. А, это все получается. Нет, не все получается, прикол. Как не все, блядь? Все, блядь, все. С этой все. Ну что? Там же та тоже начала раздеваться, и все, блядь, закончилось. Предыдущая. Так, в принципе, даже картинку можно убрать. Друзья, она лифчик не сняла. Можно было друзьям и подставить туда карты. Кто же знал, что она не будет? Не, ну на всякий случай. Я тебе говорю, надо просто нажимать уже. Вдруг нас смотрят семьи пяти. На единичку нажимай.